Серебро в регистраторе. Наши дороги и как на них выжить. Главная дорога сегодня. Снимай серебро. Они взяли бронзу на Евровидении, но из драгоценных металлов предпочитают серебро. Хотя не отказываются девушки и от золота. Так что же все-таки больше нравится участницам группы «Серебро»? Свой новый клип они сняли на видеорегистратор. Ольга Серябкина, хозяйка золотистого «Вольво», за рулем вообще снимается постоянно. Говорит, от дороги съемки не отвлекают. Правда, в том самом клипе все как раз наоборот. Вела? Нет. Ну, я не смотрю. Нет, смотри, потому что пиздец. Это был не пешеход, просто водитель из другой машины вышел и сказал, типа, ну смотри, куда едешь. Девушки получали права сами. Так они рассказывают. Я считаю, что я охренительный водитель. Я помню свое первое занятие. Меня просто учили держать руль 1.5 часа. Как правильно держать руль, это зависит от того, какая у тебя коробка передач. Ничего себе, да, раз такое слышу. Да. А если у меня белая машина и красные ногти? Тогда обязательно одна должна быть здесь, а другая здесь. Уроки вождения прямо на дороге. С тех пор, как Оля разбила машину друга, больше никаких СМС за рулем. Типа СМС-ка. И я начала отвечать. И в этот момент я не заметила, что я врезала стоящую фуру припаркованную. Заглядывать под капот девушкам страшно. Там столько непонятного. Вот как. Давай, я тебе помогу. Мотор. Вот ее, так сказать, внутренности. В железках не разбирается, зато водит Оля лихо. Мы опаздываем на концерт, там прямой эфир, и встречка абсолютно пустая. Оля говорит, Леночка, моя хорошая, слушай меня, да, гипноз начался уже просто. Я ее уговорила, он практически на преступление, и вот, и мы даже гордились этим некоторое время. В салоне минимализм, даже в бардачке ничего лишнего. Фонарик. Классный. Подари. Нет, я тебе куплю такой. Сервисная книжка, карта Москвы. И не терплю ненужных вещей. Всегда хотела себе постелить розовые наволочки такие. Да, пушистые. У тебя есть косметика, Маша? Нет. У меня тоже. Берегите себя, относитесь серьезно к транспорту. Не садитесь за руль пьяными, не пишите смски за рулем.